Первый брендированный вагон трамвая марки «Татра» вышел сегодня впервые в рейс на 9-й маршрут. Наша съемочная группа в числе первых решила прокатиться на так называемом обновленном трамвае и пообщаться с его пассажирами. Тридцать подержанных трамваев прибыли в Саратов из Москвы. Выпуск данной модели на чешском предприятии прекратили более 20 лет назад. Горожан уверяют, техника прошла капитальный ремонт и оснащена электроникой. Очень высоко, ступеньки очень высокие. Что-то мне как-то вот здесь было труднее вот подниматься, чем в старых. В старых я как-то вроде легче было. И пошире было, да. Обычные попользованные трамваи, которые просто передали. Там наверняка заказали новые, здесь их купили наверняка втридорого. То есть это как бы говорится, наверное, что это передано. Наверное, все это дается, как обычно, под определенную амортизацию и так далее. Старый ретро. Для чего он здесь, я не знаю. Но можно было бы что-то современное, а не вот это вот рухлядь. Для нас это новые. Мягко ехать, не шатает так в стороны. Прекрасно, нам прям понравилось с дочкой. Следующая остановка, вторая Садовая. Ну, лучше бы, конечно, в Саратове все-таки были бы вагоны более комфортабельные, а не то, что кому-то там не надо, а потом нам все это. Мы очень сильно удивились, хотя часто ездим в трамваях, очень здорово выглядит, очень по-весеннему и очень просторно. Атмосфера сразу какая-то, знаете, немного 80-е, хочется что-то надеть на себя из этой стилистики, я не знаю, сменить макияж на менее современный. Вот, очень здорово, очень. Мы в восторге, просто в восторге. Я уже не могу ездить в тех трамваях, мне стыдно просто за свою страну. А тут такой праздник, я прям как увидела. Наше сердце плохо стало. Первый раз я еду с большим удовольствием. По крайней мере, не такой шумный. Те погремушки были прямо, это очень хорошие. Груду металлолома, который скоро развалится. И все. Почему? Нормальный трамвай в Москве ездит, а нам сам отстой. Вот и все. Светлана Житкова с такими трамваями хорошо знакома. 7 лет она была водителем «Татры Т3» в столице. Ну, я просто уже на пенсию ушла, поэтому вернулась домой. И тут попало, что за мной приехали московские трамваи. Мне очень нравятся эти. Они как-то в общем-то, очень удобные. И на скорость набирается плавно, и тормозят хорошо. Ну, в общем, очень-очень удобные. Какого года трамвай? О, это уже не старый. Я даже не знаю, какого года, честно. Я на них с 13-го года в Москве работала. В Москве сейчас другие, да, наверное? Ну, там уже витязи большие. Вот они теперь там все будут витязи. Сиденья, во-первых, мягкие, ход у него очень нежный такой идет. Ну, он пониже, поручни, форточки, во-первых, все открываются, защитные стекла у нас от солнца, так что намного комфортнее, чем было. Камеры, да, везде камеры стоят, чтобы водитель видел, чтобы никого не прищемить двери, чтобы все было видно водителю. Поэтому вот эти 6 камер, они стоят у водителя. Экраны, и водитель наблюдает все это. Пока московский трамвай курсирует лишь до детского парка. Редакции пояснили, что в Мирный переулок он заезжать не может. Это объясняют техническими причинами, а вот какими – неизвестно.